Житель Суклей поймал гонщиков, которые уже не раз нарушали покой в селе. Когда дрифтеров стали снимать на видео, молодые люди бросили машину и скрылись. Запись гонки в итоге оказалась в ГАИ. После публикации на ТСВ нам пришла объяснительная от пассажира БМВ. Написал, что в машине просто заклинило газ. На самом деле лихачей на БМВ хорошо знают в Суклее и Тирасполе. Вот видео гонки. Около 5 вечера. БМВ мчится по самой оживленной улице Суклеи. Водитель не обращает внимания на знаки, включает левый поворотник, но поворачивает направо. Машина на высокой скорости проезжает по территории, где часто играют дети. За БМВ начинается погоня. Очевидец снимает все на телефон. БМВ останавливается на пустыре, где собираются любители дрифта. По ночам их слышит все село. Водители и пассажиры спрятали лица за капюшонами и быстро ушли. Машину бросили. На задних колесах БМВ резина практически лысая. На машине часто дрифтуют. В комментариях в соцсетях ТСВ люди рассказали, это БМВ – настоящий возмутитель спокойствия и в Сукле, и в Тирасполе. Женщина написала, выходили из драмтеатра, они промчались, будто вообще никого не было. Один только рев наводил на детей страх, не говоря о скорости. Еще одна зрительница ТСВ рассказала, он и сегодня на скорости заехал на конечную 5-й маршрутки, там слепая зона. По счастливой случайности никого не было, иначе как кегли подлетели бы пешеходы. В Суклее, как выяснилось, лихачей хватает. Вот еще одно видео. Машина с ревом дрифтует в темноте. Снимает, судя по всему, кто-то из компании дрифтеров. ГАИ уже нашла водителя БМВ, ему 19 лет. Помимо того, что водитель нарушил правила дорожного движения, у него не было страховки, автомобиль не прошел техосмотр, в итоге штраф больше 300 рублей.